Всем здорово, всем привет. Как помните, недавно у нас на канале была, в общем-то, диагностика автомобиля Peugeot 307. При диагностике было установлено, что блок БСИ и синхронизация слетела. В сегодняшнем видео я покажу, как мы будем готовить к блоке к восстановлению, к привязке по новой. Вот. И потом еще сделаю одно видео, в котором будем непосредственно делать привязку этих всех блоков и дружить их друг с другом. Такой, в общем-то, трехзначный видеоролик такой из трех частей, из трех серий. Поэтому смотрите внимательно. Кстати, да, можем вам помочь на расстоянии, пин по вину, пин по дампу прошивки, ключики привязать. Иммобилайзер отрубить, краши, ЕГРы, сажевики, любые программно-аппаратные дела с блашими блоками управления на расстояние привязать там и так далее. Также проводим курсы, на которых всему этому учим. Если хотите записаться, Viber, WhatsApp. Ну что ж, приступим. Всем здорово, всем привет. Ну что ж, пожалуй, давайте разберемся с этой волшебной, вот так буду держать, Peugeot 307, блок БСИ, CarProc будем использовать. Я уже пины подключил. Значит, по информации по подключению, смотрите, как это расположено. Вот такая вот чудная картинка указана, да, по подключениям. Это вот в этом месте место расположено. Ошибиться тяжело. Нажимаем «Прочитать километры». Она соединяется, пытается. Считывание, процесс пошел. Как видите, написано 0 километров. Ну, соответственно, в общем-то, не может прочитать. Но одно из двух, либо криво прочитала дамп, либо второй вариант, все-таки БСИшка слетевшая. Нажимаем «Считать» еще раз. Просто открываем «Как ЕПРОМ». Что мы видим? Байтики какие-то появились, значит, подключена она явно правильно. Мотаем немножко вниз, посмотрим, что там у нас. Как видите, структура дампа вполне адекватная, не помойка какая-то, вон даже цифры какие-то, которые прописались у нас из проца, так что, в общем-то, то, что не считала или не подключила БСИ, мы исключаем. Следовательно, у нас остается, что синхронизация БСИ все-таки слетел, дамп. Значит, будем восстанавливать. Ну что ж, значит, сделали Virgin из этого дампа, EEPROM. Открываем. Как видите, есть некоторые изменения. И записывать нажимаем. Start Write. Окей. Коннектится. И пошел процесс записи в этого процессора. Будем надеяться, что он не сдох. Верификация идет. Все. Записался Virgin нормально. Сделаем еще раз верификацию. С этим нашим новым дампом. Одно, что придется делать и пробеги, и все, ключи вязать, все по новой. Так, и вот такая вот у нас красота. Давайте нажмем «Прочитать километры». Конечно, он нас должен послать будет. Ну, как видите, километров ноль, так и было, так и осталось. Оно из приборки выдернет их. Что ж, теперь будем тогда давайте готовить, после того, как БСИ подготовили, наш моторный МЕ-744. Будем готовить его под привязочку. Ну что ж, мы с вами уже убедились, что БСИ у нас дампик битый, сделали из него новый. Моторный блок у нас МЕ-744. Будем пробовать из него выдрать пин-код в надежде, что он у нас еще не пострадал. А для этого нам поможет такая волшебная вещь, как апельсин. Оранж. Вот он, наша прелесть. Сейчас с помощью оранжа будем драть пин-код, пробовать из моторного в надежде, что он там остался живой. Промка у нас расположена вот здесь вот. Нет. Что-то она зазеркалила. Вверх ногами держу. Вот здесь вот. И при первом взгляде... Ой, упала.
Кажется, что там написано на ней 25C16. Вот. Сейчас так не видно. Вот так попробуем. Сфокусируйся давай. Вот, 25C16 написано. Но на самом деле нолик на следующей стороне. Следовательно, нам надо открывать как 25C160. Ну, ее уже вычитывать. Что ж, пожалуй, приступим. Ну что ж, значит, EEPROM-ку эту мы выпаяли. Не забывайте помечать, куда выходит первый вывод. Это вам очень сильно поможет во всем. И теперь с помощью оранжа микросхемку ставим, значит, в колодку. Рук не хватает держать. Вот так. Будем вот так делать, наверное. Вот. Во, словил. И говорим ему прочитать R. Контакты, смотрим, у нас хорошо стоят. Претензий нету. Теперь выбираем пин ИММА. Вот наш пин-код вычитался отлично. Сейчас маркером его рисуем на нашем блоке управления, на БСИ. И занимаемся тем, что будем, уже зная пин-код, БСИ подготовлен к привязке. Будем все эти блоки дружить друг с другом и класть новый ключ. Подписывайтесь на канал, нажимайте лайкосы. Внизу под видео пишите свои комментарии. Не забывайте, что можем вам в этом всем помочь на расстоянии. Всем до скорых встреч. Пока-пока.